Всем большой-большой привет из Германии, с вами Татьяна, и вы на канале «Семья на море». Сегодня мы всем семейством и с нашими друзьями из Германии, у кого мы находимся в гостях, у Алены, у Робби и у Доминика с Региной, приехали на поле для того, чтобы пособирать клубничку и малинку, как мы узнали уже, что еще здесь есть малинка. А здесь приезжаешь на поле, берешь с собой корзинки, взвешиваешь их заранее, и потом идешь, собираешь, ешь сколько угодно, и вот сколько ты насобирал, подходишь к продавцу, взвешиваешь это все и платишь только за то, что ты насобирал. А что ты съел, это уже не считается. Работает такая услуга с понедельника по воскресенье, с 8 утра до 7 вечера. Очень удобно и здорово. Оставайтесь с нами, я вам все покажу. Будет очень интересно. Мы в первый раз, нам, конечно же, еще интересней. Поехали. А еще также здесь можно ее и купить, просто уже свежесобранную. Стоит она такая за 500 грамм 3,20. Ну, а мы пойдем сейчас собирать. Ну вот, мы пришли, дети прибежали быстрее. Я запыхалась. Ну и все, можно есть сколько угодно и собирать, если хотим. Кушай, Саша, сначала, кушай. Вот, смотрите, малинка. Ой, клубничка. Вот она. Хорошая, смотрите, чистенькая. Видите, здесь солома. То, что грязи нету. Прям, смотрите, чистенькая какая. Дай-ка я съем. Она с куста. Просто волшебная. Я пошла есть. Ой. Саша, вкусно? Мне тоже. Смотрите, какая клубничка хорошая. Я вам хочу показать, что клубники тут навалом. Очень много. Посмотрите, сколько. Просто берешь и собираешь. Она очень сладкая, очень спелая. Ее прям вот хочется прям идти собирать самую отборную, красивую. Посмотрите, детям какое удовольствие. Саша с каким удовольствием ходит и собирает. Саша, собираешь? Молодец! Подожди, покажешь, как ты собираешь. Прошли 10 кустов, смотри, сколько мы уже насобирали. Она суперская, посмотрите. Саш, съешь. Вкусно? Посмотри, Саша, как трескает. Ну-ка, покажи. Ну как, Саш, скажи. Вкусно? Скажи. Супер. Он пошел дальше. Что хочу сказать, это очень здорово. Мы пришли двумя семьями, не заплатили за вход ни за одного человека. Мы просто зашли и будем платить только за то, что мы берем именно в горш... ну, в корзиночке. То, что мы наелись, мы можем тут 2 килограмма просто вот с куста наесться и домой еще взять там такую там корзинку. Взвесить ее, там стоит она за килограмм 2 евро 80 центов. А на продаже она стоит 3 евро 60 или там 80 центов. То есть дороже на целый евро. Но ты наелся всей семьей. Самое главное, ты не один наелся, а вся семья твоя наелась этой клубнички. И еще с собой взяла домой. Это, во-первых, классно для детей, да, Алиса? Посмотрите, я уже вторую такую корзину собрала. Да, посмотрите, во. Это просто бомба, как говорят некоторые. Ее очень много, то есть тут не мелкая какая-то там, не какая-то плохая. Она прям вся хорошая, отборная. Это здорово. Почему у нас в России такого нет, я не знаю. Это было бы, ну, это, во-первых, тебе помогают собирать, ты с этого деньги получаешь. Ты еще и сам здесь продаешь. Ну, бизнес, деньги и удовольствие для людей. И себе хорошо, всем хорошо. Целая лукошка насобирала, да, Санек? Леш. Смотри. Ешь. Ешь крупненькую, на. Ну, а вот наш урожай. Саш, вкусно, Саша? Очень. Когда мы пришли сюда, еще никого не было. Видимо, днем очень жарко собирать, и люди не приезжают. А мы приехали под вечер, сейчас 5 часов вечера. Посмотрите, сколько набежало детей с родителями. Супер. А сейчас мы находимся на поле, где растет малина. Вы только посмотрите, какая она крупная. Посмотрите. Также собираем ее, также взвешиваем. Только пока стоимости не знаем. В конце, когда будем взвешивать, скажем окончательную стоимость того, чего мы насобирали.
Но есть также можно бесконечно. И мы решили пока поесть. А если уж что-нибудь насобираем, то взвесим. Но я думаю, мы, наверное, здесь все съедим. Кушать можно, да? Сок. Можно сок сделать, смотри. Смотрите, какая горсть. Можно ее возьмить? Нет, ее нужно в рот так. Ам! Давай, съешь это. Осталось мало малины, я вот целое лукошко собрала. Нужно залазить сами в кусты, а не поверху, поэтому не очень хорошо. И все чешется. Очень сладкое. Есть местами еще недоспелое, потому что она только начинает. Вот. Но если вот берешь спелую, она, во-первых, очень крупная, мясистая. Очень сладкая. И, кстати, я ни одной вонючки не встретила. Может, их здесь убирают как-то? Или они здесь не водятся? Но вонючками не пахнет. Посмотрите, какая она отборная. Ой, мы набили свои пузики, объелись. Насобирали, вот Алиса нам насобирала лукошко. Алиса хоть не ест, но хоть собирает, да, доча? Вот, все, пошлите сейчас, все будем взвешивать, оплачивать и дома еще доедать. Наш урожай идем взвешивать и оплачивать. Так, сейчас мы все взвесим и узнаем, сколько же нам нужно будет заплатить. 12,60. 12,62. За все это. 12 евро, 52 цента. За клубничку мы заплатили 7,78 центов. И за малинку мы заплатили 4 евро 84 цента. Ну что, мы насобирали килограмм малины и 2 килограмма 700 грамм клубнички. Наелись нам от пуза. Сейчас будем еще варить компотик, может быть, вареница или просто с мороженым поедим. В общем, очень здорово провели время. Деткам тоже понравилось. Посещайте такие места, если вдруг будете в Германии. Ну или просто собирайте свой урожай. Всем приятного аппетита. Ну а вам до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!